Всем привет! Сегодня опять вот решил попробовать на новом угле растопить котел. Это казахстанский уголь марки D. У него вот такое горение, горит отлично. Там внутри под вермикулитовыми проставками там просто зарево идет. Уголь отличный, конечно, не сравнить с нашим ДГ газовым, длиннопламенным. Сгорает весь в мусор, в пыль, не дымит. Сейчас покажу, что у нас происходит в зольном ящике. Вот тут видно, падают вот такие кропалики маленькие. Старую золу я отодвинул под заднюю стенку, чтобы было видно. То есть просто вот пыль падает и все одно, и не спекается уголь. И вот посмотрим, не дымит, вот такое чистое горение. Вот такой нам стали возить классный казахстанский уголь. Отличное горение.